Короче, тебе не буду с IP скидывать, что ты долбоёб. Что у меня ник как уебанки какого изменения? Что ты уебан? Ой, у тебя это-то поменяется этот скин. Ну не надо, ну не нахуй, понимаю, куда иди звать. Нахуй, ну блять, и так 3 часа это делаем, блять, хватит! Потом поменяешь. Как мне тут подсоединиться? Сеть, джбета. Какой пароль? Гадай нахуй. 1, 2, 3? Гадай. 4. Сука. 5, ну. Я 5, такой доволен. Там по-любому какое-то оскорбление. Я чувствую нахуй. Там 3 символа. Это не хуй. Я уже видел его. Мне покатилось. 3 буквы, блядь. Ты такой даун. Сказал, что буквы. Может, там еще и цифры. Тебе порт говорить или как? Блять. С пароля начни, да? Ну у тебя вариантов не так много. 999 всего лишь. А, не. С каждой буквы по 10 вариантов. Так не считается, наверное. Ну похуй. Ну сука, ну какой ты тупой. Ну ты чё, пароль не можешь угадать? Чё не хакер? Ну как ты можешь его не угадать-то, сука? Ну он же простой. Не понимаю. Все возможные варианты слова гей написал. Блять, да там, там буквы, там цифры, сука. Сука, 1, 2, 3 и 3, 2, 1 не работает. 2, 2, 8 что? Блять. Не понимаю. Ну сука. Ну что сложного-то, блять? Блять. Ну думай. Не знаю. Начинай с нуля, нахуй, я ебал. Бля, а чё он делал? Блядь, как мне это нравится. Что, вообще нет? Это было слишком просто. Бля, как мне это нравится, я понимаю. Чисто фактически что может быть? Сука, ну 3 цифры, чисто фактически, блядь! Ну как вариант, не пробовал? Блядь. Что ты пишешь? Называй слух. Ну думай. Там 24-8. Сука, ты тупая, я с расчетом на твой долбоебизм брал пароль, понимаешь? Но я не думал, что ты настолько тупой, блядь, это вообще, это вне рамок, блядь, это... Это какая-то хуйня получается, это не должно было быть так. Блин. Да ну сука! С нуля начинай! И шаг ебаный! Типа... Что ты вводишь? Называй цифры! Я тебе буду говорить, угадал ты или нет, что ну, нахуй это, блядь, все. Из этого ролик можно будет сделать 10-часовой, нахуй. Как ты так гадаешь, нахуй. 0. Нет. Блядь, 2. Ты че вообще еблан, блядь? Я не понимаю. Это я не понимаю, ты че, блядь? Дай намек хотя бы, с чем это связано, число, блядь. С цифрами, блядь! Да это понятно, блядь. У тебя на клавиатуре есть. Я не понимаю. Там есть специальные символы, там знаки всякие. Блядь, ты чё ебанутый нахуй? Я это брал со счетом, что ты тупой и вообще максимально простой пароль, который прям вот под рукой лежит нахуй. Ты чё выдумываешь, клоу ёбаный? Я знаю, что у тебя там под рукой лежит. Сука, ну сука! Ну пробуй, пока можешь, блядь. Ты мне вариантов такой не отломал. Вариантов столько нет. Ломай, ой, ломай. Бивай. Что это может быть? Первые цифры назови хотя бы. 1. Пиздец. Первая цифра 1. Тебе 2 цифры угадать, понимаешь, тебе вариантов уже...
Какой ты тупой, боже. Ну ты же пробовал 1, 2, 3, блядь. Я вообще не понимаю. Миндальную связь включай, клоун, блядь. Она не работает. Перебои системы. Охуеть. Скажи вслух, чтоб на записи это слышно было. Тексту напишу. Боже, блядь. Пентагон просто, блядь, выдохнул нах, когда это увидел. Ой, блядь. Ты кто знал? Невозможно. Я просто, блядь, я как Доктор Стрэндж, я видел миллиарды возможных исходов, но этот какой-то нахуй, миллиард первый. Почему? Я знаешь что, мы в расчетах ошибку допустили. Мы не брали погрешность на то, что ты долбоеб и два раза будешь один и тот же символ вводить по несколько раз. Один и тот же, блядь, код. Мы не брали в расчет то, что я... Символы мы даже не брали, блядь, в расчет, нахуй. Ой, из-за главной... Ой, заходи. Пизду. 14-245. Да кто ж знал, что настолько? Я думал, там реально три разных числа каких-то, блин. Все говорят, возможные комбинации же перепробовали. 111, сука. 111. Ты ну как это угадать, возможно, не понимаю. Блядь, под рукой у тебя. Блядь. Сука, какой? Ой. 1, 4. Последние три цифры угадаешь сам? Или подсказать?